Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство HTC One M9e. Сейчас я покажу, как на этом устройстве сбросить настройки приложений. Для этого мы открываем приложение настройки, спускаемся немножечко вниз, тут есть резервное копирование и сброс. И здесь мы видим, что у нас нет возможности сброса настройки приложений. Для того, чтобы сбросить настройки приложений, мы ищем здесь пункт приложения в настройках. Чего-то я не могу его найти. А, вот программы. В правом верхнем углу нажимаем на троеточие, нажимаем «Забросить настройки». Вот и все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.